По инициативе фракции ПСРМ парламент 10-го созыва принял ряд законов, направленных на укрепление и поддержку одной из важнейших отраслей национальной экономики – сельского хозяйства. Председатель профильной парламентской комиссии Раду Мудряк заявил, что в пандемический засушливый год по инициативе социалистов удалось внедрить ряд мер по поддержке фермеров. В прошлом году выделили более 300 миллионов леев на компенсацию потерь от засухи на зерновые культуры первой группы. Также государство возместило фермерам НДС в размере 200 миллионов. А фосты апробат субвенционария добынзлор на кредиты, где забенечаты естиматив 200 миллионов лей. Реешалонария добынзу пентру ливраре технике агриколи. Есть Дойка Эро, есть Мека Агро, где а фост апробат ача дечизии aproximativ de 200 de milioane de lei, ca să fie reeșelonat pentru anul 2021, la două jumătate după recoltarea roadei. В прошлом году был упрощен порядок предоставления сельхозсубсидий и утверждена авансовая субсидия производителям до 5%. Также были снижены сборы в фонд винограда и вина. Până în anul acesta, cei care se ocupă de acest domeniu, s-a achitat taxe la fondul vie și vieții dubli. Atât la prima dată, când la predau roada, cât și pentru fiecare litru de materie obținută. De această dată s-a modificat legea și s-a micșorat această taxă, de unde noi credem că vor beneficia masiv beneficiatorii. В условиях засушливого года именно социалисты способствовали упрощению доступа к ирригационным системам. Până în anul trecut, o problemă de un șir de acte care și autorizații și acte permisive care și acei deținători de lacuri se opuneau ca să le acorde dreptul la irigare. De aceea a fost simplificată și modificată acel regulament prin acea lege care ar accepta ca agricultorii, mai bine zis, să aibă dreptul la ирригаре. По инициативе депутатов ПСРМ парламент также проголосовал за ряд поправок, касающихся зоотехнической и кадастровой области. Раду Мудряк заявил, что деятельность фракции в отношении сельхозотрасли была продуктивной, и фракция социалистов своими проектами внесла свой вклад в обеспечение продбезопасности страны.